Почти две трети зимы уже миновали, но до весны еще далеко. Однако конец января приносит жителям Тверской области потепление и дожди. Такие прогнозы дают синоптики. Подробности у нашего корреспондента. В Тверской области началась затяжная оттепель. Сугробы на дорогах будут медленно, но уменьшаться. Последние дни января принесут жителям Верхневолжья неустойчивую, но комфортную температуру. В течение суток она будет колебаться в районе от минус 2 до плюс 3 градусов. Осадки в ближайшие дни ожидаются в виде снега или мокрого снега. Где-то со 2 числа у нас небольшой заток холода может произойти на территории области. То есть температура воздуха понизится, но также будет продолжаться идти уже небольшой снег, и температура воздуха может понижаться где-то до минус 5, минус 10 градусов. Это в ночные часы, в дневные часы где-то минус 2, минус 7 градусов. Конец января и начало первые, ну, наверное, 5-6 дней февраля. Вот такая вот неустойчивая переменная погода будет. Как рассказывают в Тверском гидромедцентре, такая неустойчивая погода всегда несет влагу, усиление ветра и перепады температур. Сейчас в Тверской области погоду определяют скандинавские циклоны. Что же касается уходящего января, то он выдался достаточно холодным. Средняя температура воздуха значительно отклонялась от нормы. Минимум был зафиксирован в Бежецке – минус 36 градусов. Январь, конечно, будет ниже нормы. Практически все первые 10 дней были довольно-таки холодная погода. Среднесуточные температура от нормы отличалась от 7 до 20 градусов, особенно в северо-восточных, восточных районах. По предварительным прогнозам специалистов Центра ФОБОС, в феврале зима продолжит сдавать свои позиции. Ожидается, что температура будет на 2-3 градуса выше климатической нормы. Кроме этого, последний зимний месяц может побить рекорд по количеству выпавшего снега в 1,5 раза от нормы.